Добрый день, меня зовут Александра, и я работаю в секции стенографических отчетов. Я работаю в Организации Объединенных Наций уже 4 года, и мои рабочие языки – русский, английский и испанский. В нашей секции, секции стенографических отчетов, мы готовим официальные отчеты о заседаниях Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Мы переводим выступления делегатов со всех официальных языков организации на свой родной язык. В моем случае это русский язык. Но мне кажется, что мы делаем гораздо больше, чем просто перевод или подготовка стенографических отчетов. Мы помогаем сохранять институциональную память этих важнейших органов Организации Объединенных Наций, Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. И благодаря усилиям моих коллег, сегодня, в частности, можно прочитать официальный отчет о заседании Совета Безопасности, которое состоялось в июле 1946 года. Наша работа очень интересна, но и очень сложна. И для того, чтобы быть хорошим составителем стенографических отчетов, хорошим переводчиком и редактором в нашей секции, очень важен широкий кругозор. Важно обладать всей полнотой информации о событиях, которые происходят сегодня в мире, и о всех важнейших темах, которые стоят на международной повестке дня. Ведь заседания Совета Безопасности охватывают широчайший спектр тем, начиная с гуманитарных кризисов и заканчивая вооруженными конфликтами и нераспространением оружия массового уничтожения. Я думаю, очень сложно описать моих коллег и меня, в частности, каким-то одним словом. Но я могу подобрать одну подходящую фразу. Я уверена, мы все очень любим то, что мы делаем, и нам всем очень нравится наша работа. Убеждена, что моя работа одна из самых интересных в мире. И при этом мы все стремимся обеспечить высочайшее качество стенографических отчетов, которые мы выпускаем.